официант! Официант! Что шумим? Что тебе покоя нету? Вы знаете, зашел вот вам в кафе, так приятно, во всем городе столько народа, везде биток, не втиснуть свое тело, а у вас тишина. Никого. А у нас тишина, никого. Никого? Никого, вообще тишина. Никого. Вообще никого. И так всегда. Что, заблудился, что ли? Вы знаете, вот мы любим тишину и будем у вас всегда. Мы же спортсмены, бобслеисты. А скажите, пожалуйста, можно у вас меню почитать? Ага, сейчас. Тут что, библиотека, что ли? Ишь, читатель. Вы такая, знаете, своеобразная. Ладно, скажите, мог бы я что-нибудь у вас перекусить? Ну так перекуси салфетку и беги отсюда. А вы шутница. А что сразу за десерт хватаем, а? Ну так что? Скажите, пожалуйста, что у вас здесь холодненького? Вот. Да у нас много чего холодненького есть. Супчик холодненький, котлетки, картошка холодная. Все холодное. Ну ладно, а горячее что? Горячая газ, вода, лимонад, пиво. Ну, можно мне кофе, скажите? Куда я знаю, можно тебе кофе или нельзя? Я что, доктор, что ли? Ну, в конце концов, ну, огласите весь список. Что у вас есть? Что у вас есть поесть? Мы я вот намекаю, стою, намекаю. Говорю, может, вам меню почитать или сами уйдете? Нет, вы знаете, сам я не уйду, раз пришел. Никого нет, понимаешь? Хорошо, мы вам поможем. Наши-то спиртного у нас, коктейльчики сегодня хорошие. У нас и готовенького. Вперед ногами. Хорошая штука, проверяли, вы знаете, что ни один не ушел. Ледовый помоешься тоже. 3 недели больничного гарантируем. Вот, вот из рыбного. Крабовые палочки нерезанные. Хватит, все. 1.20 на 2.40. Самовывоз из подвала. Ладно, скажите мне. Нет, есть спецпредложение от шеф-повара. Русалочка в собственном соку. А поподробнее вот с этого места. Русалочка, Светлана Степановна, 47-го года рождения, перед вами. Знаете, Светлана Степановна, я вот между нами так откровенно, я люблю свежие продукты вообще. Вот. И поэтому я хотел бы... Ишь ты какой балованный! Всем нравится, а ему нет! Ишь ты какой балованный! Поймите, мы бобслеисты, мы любим все свежее. Ну и сливай отсюда. Я тебе давно напоминаю. Куда пошел, торопыга? Оплатить кто будет? Я не понял. А что тут непонятного? А за что платить? За то, что живым уходишь. Вы знаете, вот за это, пожалуй, можно дать денежку. Небольшую, правда, но дать. Возьмите. Спасибо. А на чай? Я убью эту бабу сейчас. Возьму и убью эту бабу. Я тебе сказал, Лучше. Я сказал. Себастьян Степанович, клиент платить отказывается.